Транспортный самолет Ан-12 с пассажирами на борту потерпел крушение в Южном Судане. Сообщается о по меньшей мере 41 погибшем, включая людей, находившихся на земле. Трагедия произошла в столице страны, городе Джубе. МИД Армении подтвердил, что 5 членов экипажа были армянскими гражданами, а не россиянами, как сообщали ранее местные СМИ. 6 член экипажа был россиянином. Также есть информация, что 2 человек выжили. Это 1 из членов экипажа и 1 ребенок. Сколько именно людей было на борту самолета, пока неизвестно. По некоторым данным, около 20. Вскоре после взлета в аэропорту Джубы Ан-12 совершил жесткую аварийную посадку на берегу реки Белый Нил. Причина катастрофы неизвестна. По словам полицейских, работающих на месте трагедии, число жертв может возрасти. В районе, где упал самолет, могли работать рыбаки. Напомним, это уже 2-я крупная авиакатастрофа за последние несколько дней, а также с участием россиян. 31 октября пассажирский лайнер авиакомпании «Когалым-Авиа» потерпел крушение в Египте. Все 224 человека на борту погибли.